На Северо-Кавказской машинно-испытательной станции проходит испытание новые колесные тракторы. К-700 – трактор с двигателем в 220 лошадиных сил, созданный на Кировском заводе в Ленинграде. В испытаниях участвует механик Анатолий Иванович Рогозный. Трактор Харьковского завода Т-125. На прицепе трактора пятилемешный плуг. А кировец свободно ведет восьмикорпусный плуг. На полях испытательной станции в Зернограде тракторы держат серьезный экзамен. Скоро новые могучие машины поступят на вооружение сельского хозяйства.